Более 30 часов Венесуэла остается без электричества. Блэкаут охватил 80% территории страны. По некоторым данным, в ряде регионов нет даже воды. Власти называют ЧП актом агрессии и планируют подать в ООН жалобу. В частности, в правительстве уточнили, что авария произошла из-за кибератаки на крупнейшую в стране гидроэлектростанцию имени Симона Боливара. На данный момент энергоснабжение частично восстановлено всего в 4 штатах. В остальных ситуация становится критической. Больницы, где есть возможность, используют резервные источники питания. Работают военные аэропорты. Простым венесуэльцам повезло меньше. Порой нет возможности купить даже еду, поскольку наличных денег в стране крайне мало, а банковские карты не принимаются из-за блэкаута. Практически не работает телефонная связь, интернет. В Каракасе встало метро. Накануне в стране был объявлен выходной. Венесуэльцы все равно не смогли бы добраться до работы.